Час працаваць і час адпачываць, а калі члены калектыву адпачываюць разам, дык гэта станоўча адаб'ецца і на працы. Фарміраванне карпаратыўнай культуры адна з мэт правядзення турзлёту. Дарэчы, сёлетні 16-ты па ліку. І хоць колькасць удзельнікаў крыху меншая, чым звычайна, і арганізатары і прадстаўнікі каманд упэўнены, што мерапрыемства за гэтага нічога не губляе. Што сёння, я думаю, што маладзёж должна больш участваць у гэтым движении за здоровый образ жизни. И вот сегодня на туристических слетах это все можно увидеть, как они сегодня борются с другими командами, как они участвуют во всех мероприятиях, как они сегодня общаются. Головной складающей турзлету, как завсёды, была спортивная. Дартс, стрельба с пневматичной винтовки, перетягивание каната, волейбол и туристская полоса перешкод. Командные виды, как звичайно, лидеры по глядацким интересам. Особливо полоса перешкод. На ее без командного духу и взаимодопомоги перемоги не видать. Але перемоги Много, как говорится, не самое головное. На первом плане приемный, а головное – корыстный отпочинок. Приезжают с семьями, с маленькими детьми. Это замечательно, когда целые семьи представляют не просто коллектив, а свое отношение и позитивное к здоровому образу жизни. Максим Савин, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».